Так, всем привет! Этот раз я снимаю без HDR грёбаного. Два раза я, короче, мне пришлось лохануться, чтобы понять, в чем проблема. Проблема была в HDR. В том... Я, короче, записывала ее уже с NVIDIA и... ну, типа, видео записала, все, я его запускаю в плеере, оно, типа, ну, все нормально. Потом ставлю его рендериться в этот, а он отображается как аудиофайл. Вот. До меня дошло попробовать HDR-то отключить, может, в нем проблема. Мне оказалось, что это в нем проблема. Его что, OBS не видит, он ни на стриме, ни записывать не дает с HDR-ом. Также и NVIDIA тоже. Так, Левиоса, а не Левиоса. Вот как мне должна, я должна столбеней сделать, если он кидает красные, красные заклинания? Я не понимаю вот этого. А, может быть, от другого чувака? Типа от другого чувака, наверное. Ну-ка, подожди. Давай, нападай. Подожди, ты Левиоса, нападай, чувак. Чё этот чувак не нападает? Ты, ёптить медь, ты будешь на меня нападать-то, а? Он не хочет на меня нападать. Нападай на меня. Ах, ты собака, я проспала. Еще раз. Давай еще раз. Так, это вообще я... Что с ними дерусь-то? Они просто напали на меня. Вообще я иду по заданию, по следующему. По следующему из тех, что у меня есть пока что, вот, дополнительное задание. Схватка с беглецом. Мне нужно найти пещеру беглеца. Она должна быть в запретном лесу. К северу от Хоксмида. 30 уровень, но, в принципе, мы 34, так что, я думаю, вполне справимся с этим заданием. Поэтому поехали. А, я не могу... В смысле? А я не могу его отслеживать. То есть я так должна искать, да, просто? Просто искать. Да, в принципе, бей этого HDR, HDR, блин. С ним, да, немножечко все как-то, не знаю, может, более ярче. Нет, не хочу с ними драться. Хотя хрен с вами, ладно. Так, что мне там надо? Палача. Где палач? А тут нет палача. А, во, палач, давай. Ну, блин, что так рано? Рановато. Подожди. Да, подожди ты, конфринга. Не мешай мне. Надо испытание сделать. Давай. Да я не успела, давай еще раз. Это все. Так. Так, все, поехали искать пещеру или что там нам надо? Я же отображаю. Подожди, а что у меня? Здание-то это что, не отображается, что ли? А, оно не отображается почему-то. Почему? Почему оно не отображается? Оно должно отображаться. Так, ну в любом случае я иду правильно. Так, тут у нас паучки. А мне что, туда и надо, да? Вот же, блин. Вот же, блин, мне прям как раз туда и надо. Прям к паучкам. Серьезно, прям к ним? Ладно, я к ним сюда не пойду. Или нет, подожди. Еще наверняка где-то в этом лабиринте. Интересно, что еще тут есть? Тут есть паучки. Тут есть паучки. Пойдите горящего паука, так я же только что. Ай. Закопайте голову паука. Так, закопайте это вот это, по-моему, надо, да? Не получилось. Так? А как? Ай.
О, получилось. Семиста пауков. Обалдеть. Просто обалдеть. Ай, кто там? Да кто там? Что происходит? Меня траванули или что? Что это такое? Не понимаю. Не понимаю, что это был за эффект. Может быть, паутина меня так? Ай! Это мелкие. Мелкие заразы. То отстань ты. А, они бьются больно, кстати. Мелкие заразы. Так. Мне идти типа в ту сторону, да? Пошли. Ну ты чё? Да попади ты в него. Так, нет, подожди, мне не сюда. Ой. Куда-то вот сюда. Уже в этой пещере живет акромантал, о котором он говорил. Блин, что-то я переоделась и смотрю, что-то этот как-то плащ смотрится странно. Как-то он не очень, на самом деле. Шапочка еще ничего. Не, вот здесь он вроде ничего смотрится, а вот в темноте как-то... Как-то не очень. Ладно. Может, он просто грязный. Наверное, просто грязный. Поэтому... Поэтому и так и смотрится. А так при свете он ничего так... Как золотистый практически. О, здравствуй, акромантул. Здорово. Ну, пошли. А у меня для тебя есть, смотри, что. Так, закопайте голову акромантула. Подожди. Ай, больно! Ты что делаешь? Подожди. Что, балдел? Какой жесткий пацан. Так, ладно, я поняла. С тобой, значит... Ой, что я делаю? С тобой, значит, надо это... Применять все подряд. Так, сейчас, секунду. Вот это. Так, как тебя закупать? Ай. Что я сделала? А как я так его? С одного удара, что ли? Снесла. Че я сделала? Я даже не поняла. Че я такое нажала? Прикольно. Так. Защита протега. Еще что-то дали. Куча всего надавали. Так. Так. Найдите семейную реликвию Майла. Так, а где нам ее искать? Семейную реликвию. Он там, наверное. Ой, не то нажимаю. Да, нажми. Так, ну я здесь вижу какой-то сундучок. А, вот фамильные часы. Нужно отнести эту фамильную вещь мистеру Эдгару. Мистеру Эдгару.
8 ног — это уже чересчур. Ну да. Есть такое. 8 ног — это слишком. Что здесь куча убитых пауков валяется. А мы, это мы их убили или... Или кто? Или кто-то до нас? Подожди, там что-то... Ай. Что это такое? Что это? Что это такое? Не поняла. Что это было? Не поняла. Вау! Что это такое? Что-то сверху на меня горящее упало, не поняла. Кстати, без этого HDR в темноте лучше намного, чем с ним. С ним как-то темновато. Ну там, да, можно типа настраивать, но... Тогда слишком ярко будет днем. Получается. Так, что-то здесь драка какая-то. С троллем, что ли, они дерутся? Давайте я вам помогу. С троллем. Я помогу, ребята. Мне не сложно. Да не то я нажимаю. Да вообще не тебя я бью, иди противный. Ай, что так громко? Так, ладно. Вернуть семейную реликвию. О, пешком идти далековато я, наверное, все-таки. Все-таки, наверное, перемещусь. Так. Ну, либо пока не сдавать задание, можно пока вот здесь побегать. Кто здесь у нас обитает? Ну, гиппогриф, ладно. Вот здесь астрономический стол есть. Вообще, вот этот верх весь бы позачищать бы. Не помешало бы. На самом-то деле. Ну вот можно здесь рядышком вот это зачистить, вот здесь вот. Заодно, потому что задание получается короткое. Поэтому... О, гиппогриф. Гиппогрифы у меня есть, так что я ловить их не буду. Так, тут надо увеличивать. Так. Дракон. Блин, а я время опять не засекла, да? Ладно. Так. Окей, дальше смотрим, что тут еще есть. Поблизости. Тут вот пещера, пойдем в нее. Ну, гиппогрифов я ловить не буду, наверное. Может,
можно так чисто, если только на продажу. Он беленького поймает. Эй, стой. Стой, тебе говорят. Как тяжело их ловить. Единственное, кого мы еще не ловили, это Феникса, да, по-моему, остались у нас. А, еще какой-то драморок. Это, скорее всего, в нижней части карты, там, где мы еще не были. Ой. Ну нет, ну стой. Дай мне поймать тебя. Пожалуйста, он гиппогрифчик. Ну иди сюда. Ну стой. Ну, блин, он улетел. Перервите атаку дворняги, используя заклинание депульса. Что? А, дворняги. Пошли, дворняга. Ну. Ну, я не успела, давай еще раз. Ту, не то. Ну ладно. Сработало. Ай, исцелись. 96 из 100 волшебников. Нормально. Темных волшебников. Так, где тут пещера? Место не в лучшем состоянии. Инферналы. Это почему валяется, а взять не могу. Сейчас смотримся, не переживай. Не торопи меня. Эти снайпером. А, опять вот это попади в снайпера. А, здесь эти. Кентавры. Кентавры тут. Расправляются с этими браконьерами. А, так, этот камешек надо куда-то поставить, да? Пошли со мной. Вот сюда его надо поставить. Ну, подними. Так, все здесь. Больше ничего нет снаружи. А нет, он там еще что-то. Еще что-то есть. Ну да, в таких обычных сундуках. Сундука, конечно, ничего такого крутого я не найду. Это естественно. Так вот на продажу. Так, кстати, надо будет после этого сделать, сходить, продать все барахлишко-то. То что-то у меня тут уже накопилось. Так, что тут у нас? Рецепт, характеристика, снаряжение, защита некроманта 3. Замок был величественным, ясен, красен. Так, пошли в пещеру. Ой.
И все. Один сундучок и все. Кажется, я уже 90% внешек этих собрала. Всяких разных у меня полно. Так, теперь давай вот сюда лагерь зачистим. Так, что тут с вами делать, ребятки? Замедлите палача по-своему, какому-нибудь позиционному молниеносное заклинание. О, это сложно. Так, ладно. Мне нужен палач. И охотник. Охотник, иди мимо. Так, кто из вас палач? Ты охотник, да? Иди. Ой, ты убийца. Мне нужен палач. Где палач? Ты дуэлянка. Дуэлянка тоже иди отсюда. Так, ты охотник. Охотник. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хватит вы со своим инсендиом. Да блин, где я? Да, подожди ты. Тут и палача-то нету. А, вот палач. Так, что тебе надо заморозить? А, не успела. Я поняла тебя. Давай еще раз. Это не то, давай другое. Блин, сработало. А после того, как выпустит, блин, ладно. После так после. Давай. Чё, не сработало? Он же выпустил? Или еще не до конца выпустил? Давай еще раз. Все, выпустил же. А, замедлите, блин, а я замораживаю. А я замораживаю, не то делаю. Во. Теперь все правильно сделала. Так, что это? Где это? Фокус древней магии 2. У меня что, такого не было? Так, все мы тут забрали. Вроде все. Дальше поехали. Сейчас вот тут еще два места зачищу. Вот эту пещеру и вот это. И все на этом. Кто тут жил? Кто-то дожил. Так, это, по-моему, вот это, да, открывается. Да, здесь много грибочков, это хорошо. Так, а это что такое? Ну-ка, давай. Для, а то тоже нужно же для этого, для скриншота. Так, а, здесь, наверное, надо зажечь, да? Ой. Ага. И чё? А, и всё, и появился сундук, ясно. Всё. Прикольненько. Придумали. А ты, ну, иногда просто заходишь и берешь сундук. Так, это у нас здесь кто? Обитают такие.
Жабы, что ли? Ну, жаб так только, если на продажу, опять же. Так-то они мне не особо нужны. Или может какая крутая попадется. Там, типа со звездочкой или как это там. Я правда не знаю, что звездочка означает, но, наверное, означает, что какая-то особенная жаба. Или там. Ну, особенное животное. Так, тут у нас древняя магия. Кстати, в предыдущем же мы где по заданию-то были. Мы же там что-то не это, что-то или глюкануло, или что. А сейчас попробую вспомнить, где это было. Я и не вспомню. Так, войти. Да. Гадость какая. А, я тут скачусь, да? Блин. Стой, 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 стой. Так, теперь дай подумать. А на метле здесь нельзя, да? На метле здесь нельзя. Или можно, подожди. Наверное, можно. Конечно же, можно. Ай, куда там сундук был? Верни меня обратно. Я не туда нажала. А, я сундук забрала. Так. Это мы куда? Это мы вышли на выход, да? Я немножечко запуталась. Где мы вообще находимся? Так, это мы... Ага, это мы вот здесь. Хорошо. А это? Так, а где еще источники? Проще так подняться, на самом деле. Ай-яй. Так, вот еще. А еще где? Где еще? Там вижу сундучок. Ой, сундучок. Так, где третья, ё-моё? Не вижу. Подожди-ка. А, вон вижу. Подожди, она где-то. Вот здесь. Ага. Прикольно, с жабами придумали. Так, ну здесь вроде все. Теперь выпустите меня отсюда. Так. А где же мы в прошлый раз-то были, задания делали? Я сейчас так и не вспомню. Здесь мы все зачистили. Где же мы делали? По идее, она должна на карте отображаться, но... Там что-то тогда глюкануло или что-то тупануло. Где-то мы вот здесь или где делали задание. Я здесь ничего такого не вижу. Следов древней магии тут не наблюдаю. Но это точно было вот в этой части. Это 100%. А, подожди, мы какое же мы задание делали? А, мальчика искали или что-то типа того. Да. Ну, либо зачистили, либо хз. Так, ладно. Возвращаемся, сдаем задание. Тогда да, заканчиваю на этом. Mm-hmm.
sure how I'd fare in a little place like this. О, здесь есть закрытые замки. Ну все. Ну все. Так, я здесь была, что ли? Чуть не поняла. Почему сундук? Почему сундук открытый? Кто-то тут до меня уже побывал? А-а-а. Я тут была, а тут с другой стороны получается, да? Ага. Открыла с другой стороны просто. Так. Здесь я тоже была. Я и смотрю, что-то странное. Так, а кому нам задание-то? Тебе сдать? О, заодно продадим барахло. Мистер Эдли, мне удалось собрать фамильные карманы часы с тела Майла. Медленно, борода, как же вам удалось? Впрочем, нет, я не хочу знать. Никогда больше не хочу даже думать об Акромантуле. Спасибо. Огромное вам спасибо. Возьмите. Приятно знать, что дочери Майла останется что-то на память об отце. Я тоже. Майло всегда отличался странными идеями, но он был хорошим другом, и я буду по нему скучать. А вас я прошу принять эту награду, знак благодарности за ваши усилия. Окей. Так, давай, во-первых, продадим ему все. Это можно было и за кадром сделать. А, он всякую одежду продает, ясно. Ага. Так. Давай распродадим. Это все хуже моего. У меня уже скоро бабла будет, не знаю, куда его тратить. Так, это тоже продадим. Так, это неопознанное, опознать надо. Все, распродали. Схватка с с беглецом закончена. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем встречи. Пока-пока.